Так, это Сатурн. Сатурн, ну, что у нас сегодня? 17 августа 2020 год, Харьков. 20:16 по Киеву. Ручные настройки. Поднимается только над горизонтом Сатурн. Еще достаточно светло. Бёх. Так, отошел. Абсолютный штиль, ничего не мешает понаблюдать за красавцем. Сейчас резкость попробую. Так, ладно, пошли снимем по-быстрому Юпитер и на том съемку. Че, комары вас еще не съели? Ну, мы еще не съели, съела. Так, сейчас уже уходим. Сейчас уже уходим. Так, у нас по спутникам справа Каллиста. Сейчас будут через экран проходить. Самый правый спутник это Каллиста. Он уже появляется. Вон, видишь точку на экранчик? Это Каллиста, наверное, если мы гоним его, если мы не пропустили его. Каллиста, Ганимед появился. Сейчас будет спутник Ио и потом Юпитер. Не зацепи штатив, сынули. О, точно, смотри, Ио рядом с Юпитером совсем. Юпитер, 135 тысяч километров в диаметре вот этот шарик, чтобы ты понимал. Земля 12 тысяч километров. Запомнишь, запиши себе идею, в жизни пригодится. Да, Земля. А вот этот, ну, в 10 с лишним раз больше. Это диаметр. Это круг. А вон Европа слева. Не знал, что она такая маленькая. Да, Европа маленькая. Вся Европа чуть больше, чем Украина. И все географы такие. Так, ладушки. Где у нас закатное небо? Сейчас снимем закатное небо. Он текает с кадра. О. Просто красиво, да? Цвета красивые. Экватор, меридиан. National Geographic у нас тут. Да? А сейчас мы наблюдаем. 17 августа 2020 по Киеву, 2020 год, Харьков. А ну наведи на слоника. Наведи на слоника. Сейчас мы наблюдаем удивительное явление. Слон, который весит 5 тонн и обитает на планете Земля, стоит.